Нагорного Карабаха нет. Есть Карабахский экономический район, есть Восточно-Зангезурский экономический район. Это наша территория. И нам определять, какие административные единицы у нас могут быть. Это только нам, никому больше. Ни одной другой стране, тем более Армении. Поэтому я думаю, что вот эта продолжающаяся вот эта вот пластинка, заезженная о статусе, о Нагорном Карабахе, это таит для Армении большую угрозу. И лучше как бы нас не злить и не раздражать, а согласиться, пока наше предложение на столе. То же самое может повториться, как и с войной.